Дома, которые расселили, как правило, сносят. Например, сейчас идет обрушение стен по адресу Сахалинская, 23. Жилое здание было построено в 1974 году, а спустя 40 лет его признали аварийным. В нем проживали 12 семей, 5 из них переселили в новые квартиры с капитальным ремонтом в современных районах города. Остальные 7 семей получили компенсацию в размере рыночной стоимости жилья. В 2022 году всего было снесено 113 аварийных жилых домов общей площадью более 30 тысяч квадратных метров. На сегодняшний день Сахалинская, 23, передан подрядчику под снос. Идет обрушение строительных конструкций. После того, как будет вывезен строительный мусор, будет сделана планировка и благоустройство.